Дорогие мои зрители, сегодня я хочу приготовить ежики из мяса и риса. Мясо у меня вот фарш, я его приготовила. Здесь гусиное мясо и свиное, и лук. Берем, значит, стакан риса. Ну, я рассказываю так, как я делаю, конечно. Берем стакан риса, добавляем немножко воды. Совсем немножко, так вот, чтобы рис прикрыть. Ставим на плиту и немножко его отвариваем. Рис у меня сварился, я его остудила. Перемешала с мясным фаршем, и у меня получился рис с мясом. А сейчас я буду делать ежики. Ну, их так красиво называют, а вообще это тефтели. Варить я буду мультиварки. Потому что я уже говорила, мне очень нравится в мультиварке варить. Сейчас я все заготовлю, все положу туда и закрою, включу мультиварочку, и она сама будет варить. В общем, обед у меня получается из минимального набора продуктов. Потому что у меня ни лука, никаких овощей больше нет, ни помидор. У меня есть только морковка и вот этот фарш. Но поверьте, будет очень вкусно. Потому что я сделаю подлив. Добавлю. И будет хорошо. Но плохо размешалось. Будет очень вкусно. В идеале, конечно, сюда можно было бы свежий перец положить. Знаете, свежие помидоры. У меня нету этого пока. Так, большой будет. Так, сейчас сюда морковку брошу. Морковка у меня мороженая из морозилки. Добавлю водички. Так, пока немножко добавлю. Ставлю в мультиварку. Закрываю, включаю на тушение. И пусть готовится. А минут через 20 я сделаю подлив. Туда добавлю. Доведу до кипения, и все в течение часа все будет готово. Вот и прошли 45 минут. Все у нас сварилось. Посмотрите, какие красивые получились ежики, так скажем. Ежики-тефтели. Мне очень нравится мультиварки готовить, я уже говорила.
Вот такой обед будет у нас. Всем приятного аппетита!